Иг взяло на себя ответственность за нападение в Париже. Вечером 12 мая в центре Парижа мужчина напал на прохожих с ножом, убил одну женщину, еще четверых ранил. Полиция застрелила напавшего. Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение в Париже. Об этом сообщает информагентство ЭМИК. Напомним, инцидент произошел вечером 12 мая во втором округе Парижа на улице Монсеньи. Мужчина напал на прохожих с ножом, убил одну женщину, еще четверых ранил. В Германии 150 беженцев напали на полицейских. Злоумышленник отказался сдаться полиции и кричал: «Убейте меня, или я убью вас». В итоге полицейские его застрелили. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и https://teamikorrespondent.net. По материалам сайта newsgro.com.